В амбулаторно-поликлиническом отделении номер 2 развернуто амбулаторно-онкологическое отделение. Естественно, с целью диагностики заболеваний были развернуты рентгеновское оборудование, в частности, стоял маммограф в этом кабинете, о котором идет речь. Но, к сожалению, с течением времени маммограф пришел в негодность, ремонт он не подлежал и был демонтирован. В связи с этим такое было, возникает ощущение пустоты, неустроенности и непригодности к использованию этого кабинета. Но хочется сказать следующее, что в рамках федеральной программы по всей Российской Федерации в определенных городах будут развернуты так называемые центры амбулаторной онкологической помощи. В том числе в эту федеральную программу попала и наша городская больница города Первомайска. По линии Министерства здравоохранения Свердловской области выделено финансирование на приобретение определенного оборудования. В частности, будет приобретено эндоскопическое оборудование и рентгеновское оборудование. В частности, будет приобретен маммограф. Под вновь приобретаемое оборудование кабинет будет отремонтирован. И на место демонтированного старого и непригодного к эксплуатации маммографа будет установлено новое оборудование, современное, которое будет способствовать диагностике онкологических заболеваний. По нормативам центр должен быть организован до конца 2021 года.